И всем снова привет, дорогие друзья. И вот это вторая игра, которая называется... Как она называется? Что-то уже забыл. Как-то Animation... Вот там два. В общем-то... В общем-то, ребята, что вообще происходит? Меня еще и довезли. А я говорю, что тут нелегально все. В общем-то, ребят, как я обещал, объясню, что тут происходит. Нам дается машина, на самом деле, тут это... Ну, не такая машина тут. И когда скачаете, увидите. Вот. Вы ее прокачиваете, у вас нормальная машина, и вы должны больше всего денег заработать. Всего у нас тут раз, два, три... 4. Ну да, 4 машины. Вот эта Subaru Impreza, она, кстати, новая. Я, наверное, серии когда будут идти. Ну, не одна серия про эту игру будет, а там несколько. Мы ее пройдем. Вот, вот там. Посмотрим как раз на Subaru Impreza. Также имеется 3 карты. Это прямая, самая начальная, опасный полет, дорога ящиков. Вот, ну у нас 1000 тут мото прокачать что-то. Управление, подъехал. Можно, значит, вот эту. Вот эту, и у нас один. И начать. Наверное, сегодня прокачали. Это видео. Только эту машину. И видео. То вот это я помню. Если такое сравнить, помню. Но так. 547, я ничего не могу прокачать. Сейчас надо... Понял? Не будешь со мной связываться, ты тоже. Ты тоже. Сейчас надо бах, вообще поедем. Вот так надо идти. Мой багажник куда-то полетел. И просто цепляюсь с собой. Он сейчас где-то сейчас был. Блин, мало все равно денег. 1118. Движок есть, это есть. Может, колеса и управление. Эти управления. И плюс новая камера. Пробуем на ней. Опасный полет. Ну правильно, Не раз я так далеко не уйду. А они что, дать? Он уже спереди, что ли? Зашибись, я еще не дотяну. Вау, братан, спереди все. Да. Лучше поиграть. На первой карте. Там все-таки лучше все. Так что, ребят, извиняюсь за гол. Я кашу-то. 3 балла.
Сейчас подумаем. Ты уходишь. Ну, они кричат, когда это делают. И они меняются, когда нет. Вау, я как разогнался. Нифига еще колесо не уходит. Вот, ребят, кто сейчас не начал смотрел, вы видели, как колесо перекрестил. Просто не уходит. Офигеть, вот еще и подгранность. Нет. 56. Слушайте, мы в этой серии получаем первую машину, как и задумали. Но не так все долго будет. Так, управление на максимум, осталось подвеску в два раза улучшить. Эти... Как они? Кузов стал, вот этот и колес. И все. Мужчина! Готово! Давненько в нее не играл. Ладно, дыба. Нет, вот насчет этого я не... Просто пошел, который сейчас так живет, который нам сидит. Он не понимает, что происходит, он не понимает, что происходит. Ну, попа отстырил. Нет, это не договорено. Я, конечно, рад, но что, в капот, чем жизнь моя. Что со мной делается? Это просто такое замедление времени сейчас было. Да, меня подводит. Ну что там у меня вообще даже и пила улетела. 60 сил. Пожалуй, колеса. Прям как на это. Скажите. Кто помнит, что раньше были эти... коляски там или как там, вот у бабушек их можно было увидеть, что ли. Вот с такими же колесами у него были. Вот эти багажники там или как вот. Ну что, они там возьми, там помню, как это было. Ну, пусть гонка полетела. Мясо. Я проехал, он до сих пор в воздухе был. Ну, зафиги. Если фэнтри... Подвесочка, наверное, потому что я, как бы... Все понимают, почему. Ну, электробуксовка, экстракласс. В конце видео один свой праздник. Так что обязательно засмотрите. Просто через одного. Одного пацану повезло. Сюда, до свидания. Что происходит? Я поражаюсь над ними. Итак, если это сейчас мы ничего не купим, поэтому продолжаем. Ну это просто что-то в жизни. А там вот пока мы не понимаем. Пока идет видос, обязательно поставь лайк и подпишись. А в конце видео можешь написать какой-то комментарий. И если он мне понравится, то ты попадешь на мой, в мое видео. Следующее. Просто держу там шумочку или что это там у них и стреляют. Блин. Вот метки. Они меня. Вот, до свидания, да, да. Так... Тут пацаны. Я промолчу, у меня как вон своего сбил. Докатался. Так, я понимаю, получается, это что-то еще что-то добавится, так? Вопрос, что? Я подумал, багажник, наверное, что ли? Это программа чисто что ли будет, блядь? Просто прокатились на них.
Блин, от большой скорости у меня просто капот отлетел. Попробуем, блин. Либо вес. Вот так. Ай, тут... Так, тут это. Да правильно их еще и так сбить, да, надо. Конечно, почему, блин? 586. Ого. Угу. Максимум у нас, значит, пружин. Осталось только одно. И, ребят, сюрприз удобный. На самом деле это не совсем сюрприз, как бы. Но как бы прикольная штучка тоже. Так сказать. Подарок от разработчиков. Просто мясо. Стой, не переворачивайся. Нам багажник еще нужен. Он нас спасет от вот этих тупых уродов, идиотов. Извиняюсь за выражение. Ну как бы, ну блин, у нас еще бензин, блин, лишь доехали, Да, я доехал. Как раз остановился так. Типа, ты на меня, чего, давай, уходи. Ну, пай. Пацану просто не повезло. Вот так вот решает Санёк свои кредитные проблемы. Куда их деплать? Колесо забирает. Подвозит. Багажник. Офигеть, багажник просто убил того чувака. Так, 1516. И все? Это новая машина, я так понял, да? Ну, тут надо будет постараться. Как бы 306 все-таки, поэтому я, наверное, что-то добавлю. А что? Вот бензобак. Ну, я хотел на нем снова так прокатиться. Ржавая херня. Я так понял, такси типа что-то типа того, да? Я думал, багажник будет, но не думал. Вау, пушка гонка разлетается, разгоняется, 310 км в час и... у меня бензопила сейчас куда-то улетела. Что, твою мать, происходит? Вау, переворачивает вообще. Я его еще и колесу. Всем своим... Просто жесть. Вот что я могу сказать. Перейдет, блять. Прокачаем, как же быть. В следующей серии ее будем уже прокачивать. 764. Подвеску. Блять, подвеску. Вау. А, ребят, прокатимся один разочек. Уже к сюрпризу такой. Просто посмотрите, шлифуем так сказать. Вау! Да, братан, ты еще не то видишь. Без двигателя. Зачем машине двигатель вот, ребят? Он не нужен. Тут можно и так ездить. Он. Эти, попросил, и все. И они тебе. Все сделали. Смотрите, просто на третье колесо и подъезд. Хопа! 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 Оп, сейчас поднимем, блин, как ты не понимаешь. Просто суд, можно сказать, чуть ли не заниженная машина. Ай, я доехал! Ладно, давайте улучшим эту машину, я покажу вам наконец-то. Про что я вообще-то, про какой сюрприз я говорил. 260, ну ладно.
Значит, смотрите. Игра находится в активной разработке. Новые машины и карты будут скоро доступны. Ждите. Мы будем рады. Скоро доступ. Мы будем рады вашим отзывам и пожеланиям. Эту можно улучшать. У нас есть 316. Мы его прокачаем. По одному, как бы легко ее так прокачаешь и все. Можно даже вот эту штучку сделать. Нажимаем начать. Ты серьезно? Ты делаешь улучшение для надписи? Я вам дальше прочитаю. Стоп, погоди. Что? Ты хочешь использовать надпись вместо транспорта? Ты считаешь это нормально? Ну поздравляю, ты едешь текст. Я на самом деле, когда первый раз ее вообще скачал, я охренел. Вот на самом деле я охренел, мы на ней тоже в сериях будем как бы кататься. И как бы тоже будет такое. Прокачаем, ну там она быстро пройдет. Ну, в принципе, сейчас. Ну, 16 минут, ребят, можно так-то прокачать ее дальше. Ради прикола. Двигатель тут, турбопушка поставить. Ты серьезно, ты делаешь улучшение для надписи? Мне кажется, это... В общем, дочитаем потом. Вот как бы я тоже там первый раз охренел. Он рыгнул, когда умер. Только не перевернись, спасибо, пожалуйста, спасибо. Вот. О, меня хоть подвозят. Что я? Зашибись. Ну, я не хотел обратно на колеса, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вот многие сейчас люди думают, и которые смотрят, то не думают. Ё-моё, ну и наркомане. Тебе хуна. Ну да. Да ты куда вот ты стреляешь? Зачем ты в воздух стреляешь? В воздух стреляешь? Так. Значит, вот это улучшаем. Я, конечно, не знаю. Ты серьезно? Ты делаешь улучшение для надписи? Мне кажется, это очень странным. Как ты себе представляешь апгрейд надписи? Ну, не знаю. Как-нибудь да представлю. Воображения хватит. Надеюсь. Рвемся. Вот такая тихая машина. Просто сейчас проедем без моих слов. На самом деле я сейчас офигел. Тоже как бы вот это, и оно быстрее. Вот той первой машины ехал, и как бы это тоже очень странно. Я не понимаю, зачем колеса тут, зачем вот эта пила, когда она не поставится, зачем вот смысл? Let's go! Я даже на какое-то время забыл, что снимаю видео. Так, 433, ну, в принципе, вот еще 2-3 раза где-то проехать. Так, секунду. А. На надписи хорошо ездить, в реальности было бы еще так. Написал на листочке текст и поехал на нем. Экологично. Экологично, бесшовно.
сам заходить. И прав, наверное, не надо. Бензин просто мало, да это? Летит, как не знаю кто. Хочешь использовать место внедорожника, хочешь место внедорожника. Нет, что вам решить? 80 лет не было. Давайте 600. Тут сейчас уже последний раз где-то ездить. И как раз проедем. Вот как бы зачем вот эта пила? Ну, скорее всего, вот это замедление, то что нифига не там. ПЭ! У нас в нашей стране такое запрещено. Как вы катаете на капоте? Ну, это хили так нет. Самое главное, не, она еще бронированная. Никто тебя никогда в жизни не убьет. Ну, не так не залезет. Просто мясо. Последний раз и уже. Ура. Ура. Вау! Вот вот просто послушайте, я сейчас напомню, сделаю, послушайте звук. Давайте проедем. Будет плохо, когда мы на канале. Я, конечно, понимаю, что тут разница нет. Но... И кстати, мы походу на Субарику будем копить-то на запчасти. Как говорится, собери машину из ничего. Не читай этого текста. Как тут собирать не надо, просто не надо. Ну, вот это было. Вообще, это все на этом. Да или сегодня. Я Николай присылает свою повестку дня. Ну что ж, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну, это вы все в принципе знаете. Всем пока!